Хочу показать вам самый обыкновенный сайт для заработка, который я для себя открыл чуть более 2 месяцев назад. Это не суперсистема, которая требует невероятных настроек или делает деньги из воздуха, а обычный сайт, на котором вы выполняете работу и получаете за это деньги. Как по мне, с такой работой справится абсолютно любой. Если вы обратили внимание, я снимаю свой компьютер со стороны, чтобы все мои действия были прозрачны и открыты. Итак, начнем. Первым делом я зайду в свой Kiwi кошелек, на который буду выводить заработанные средства. На балансе у меня сейчас 0, и в истории операций тоже ничего нет. Теперь заходим конкретно на сайт, на котором будем зарабатывать. Как зарегистрироваться, я покажу уже в самой инструкции, там есть некоторые нюансы. А сейчас я просто зайду в свой аккаунт. Принцип заработка очень простой. После того, как вы зарегистрировались, все, что вам остается делать, это нажимать «Отсканировать текст». Каждое сканирование занимает несколько секунд и приносит прибыль от 5 до 15 рублей. Иногда больше, то есть зависит от размера изображения. То есть, если у вас есть время, вы можете целый день сидеть, сканировать эти тексты и зарабатывать. Это самая обыкновенная интернет-работа. Давайте я вам покажу, как это происходит. Нажимаю «Отсканировать изображение» и на это я потратил почти весь день. То есть это очень монотонная, скучная работа, но за которую прилично платят. То есть, как по мне, я считаю, это хорошие деньги. Смотрите, вот что значит количество доступных обработок сверху написано. Это количество картинок, которое предоставлено конкретно на мой аккаунт. Их количество каждый день обновляется. То есть работы здесь хватит абсолютно на всех и каждому, на каждый день можно сканировать сколько угодно. Так как ежедневно загружается десятки тысяч картинок для сканирования, а работники, подобные мне и вам, выполняют эту работу, за которую, как по мне, неплохо платят. Как вы видите, это обыкновенный сервис без каких-либо глобальных настроек, на котором можно зарабатывать, выполняя вот такую простую работу. Лично я работаю уже более 2 месяцев и заработал больше 9000 долларов. Я считаю, это весьма неплохие деньги, которые позволяют мне не ходить на работу и полностью распоряжаться своим временем. Это настоящие деньги, конечно же, в долларах, потому что любые свободные средства я перевожу в валюту. Я считаю, так безопаснее. Так, теперь давайте я вам покажу, как выводить отсюда заработанные деньги. Вывод здесь практически моментальный и выводится на кошелек, который нужно обязательно указать при регистрации, чтобы потом можно было выводить средства в несколько кликов. У меня на балансе, конечно, уже есть некоторая сумма, и для примера я ее выведу. Кстати, минимальной суммы для вывода здесь нет, так что можете выводить хоть 1 рубль. Так, я нажимаю «Вывод средств», выбираю «Kiwi» и «Заказать выплату». Все, заявка в обработке, и теперь давайте зайдем на мой Kiwi кошелек, который я указал для вывода, и дождемся, пока средства будут зачислены. Я буду обновлять страницу, пока средства не зачислятся. Итак, вот уже деньги пришли, все очень быстро, как я и говорил. У них, похоже, стоит модуль автовыплат, мне администрация на этот вопрос не ответила, что позволяет без проблем моментально выплачивать средства. То есть я полагаю это так, потому что вывод действительно приходит очень быстро. Вот, собственно, и все, что я хотел показать в этом видео, чтобы не тянуть ваше время. Способ заработка самый элементарный, и, как по мне, тут справится любой.